Профессионал, мира. Вас. И черный сейчас попадется. Вас и раси, вас и раси. Только не черный, пожалуйста. Карл. Он вам и кочет. Вторая для папы. А я возьму картошку фри, потому что она моего цвета. Сейчас превратишься в лягушку. Иди квакай. Всем привет! И с вами снова мы, сестрички! И сегодня у нас опять дротик в карту челлендж. Сегодня будем выбирать, какого цвета мы будем кушать еду. И опять сегодня мы пригласим наших родителей. А вы не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Карта такая какая-то универсальная. Что у нас Ксюша. Только на ней нет. И слаймы были, да. Теперь у нас вон там цвета. Это Ксюша все написала, так что... Белый, синий, фиолетовый, разноцветный, пинк, розовый. Желтый, зеленый, оранжевый, красный, коричневый, зеленый и черный. Знаешь, куда черный давай поставим? Да. Вот на самую большую, да, поменяй местами. Чтобы кто-нибудь попал туда. Давай, папа! Папа не хочет играть? Папа уже замучили этими играми. Давайте с малыша начинаем, самого малыша. Нет, самого большого. Самого большого давайте. Тиро супер. Профессионал, мира. Вас и subir. Черный сейчас попадется. Вас и раси, вас и раси. Туда и туда. Нет, папа не видит даже какого цвета там. Что там за цвет? Нет, папа не считается. Сегодня ничего не кушает. Нет, перекидываем. Если не попадете, значит перекидывайте, потому что выбрать надо любой цвет. Джекпот папе попался. Тупой Салихир. Папа может выбрать любой цвет, какой хочет. Любой цвет. Espérate. Espera, no. ¿Dónde hay brown? Коричневый. Ya. Папа выбирает коричневый? Sí, salchicha, cervo, la pizza. Color brown. Нет, там я понимаю рожу. В общем, папа выбрал. Давай я буду кидать. Папа попал в джекпот. Я тоже хочу. Или я хочу попасть в радугу, рейнбоу. Разноцветные, да. Да, чтобы кушать разноцветную еду. Ладно, ну что. Проверим удачу мою на сегодняшний день. Поехали. Давай, мама. Джекпот. Только не черный, пожалуйста. Уф! Промахнулась. Раз. Ксюша, осторожно. Раз, два. Желтый! Мама! Я кушаю сегодня все желтое. Теперь я. Rainbow! Да, она попала в радужный. Так нечестно, я самая простая. О, у тебя уже есть. Она попала в радужный цвет. Она может кушать все цвета радуги. Джекпот. В общем, Ксюша может выбрать цвет, какой она хочет. Она попала в джекпот. Да, джекпот. Ксюшка, выбирай, какой ты цвет вот, хочешь. Вот это вот было. Повторяться давайте не будем, ладно? Хорошо, чтобы было интересно, не будем повторяться. Ксюша попала на джекпот, и она выбрала зеленый цвет. Поехали за продуктами. Как раз мы еще не кушали, так что давайте, я кушать хочу. Поехали быстрее. Быстрее. Так, все, мы набрали тележечки. Ты такая смешная. С этой детской тележкой. Так, идем искать еду. Ты у нас ищешь разноцветное. Так, запомнила, какого цвета? Все зеленое, да? Как сделали прикольно. Хватай яйца. С чем это? Пасхальные яйца. Я себе уже взяла ананасик и бананы. Яблочки зеленые, какие красивые. Ты себе нашла что-нибудь? Это не твой цвет. А, ну зеленый тебе можно, а внутри красный. А тоже красный есть. Постучи по нему. Можно тебе и зеленый, и красный. А мне нужно желтую. Я хочу дыньку, но она что-то... Вторая для папы.
Он может купить все коричневое. Булочки, печенюшки. У тебя нет коричневого цвета? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Фазан? Ищи фазан. Коричневое! Обалдеть, почему мне не попался коричневый цвет? Смотрите, апельсиновый сок, но он желтый, и манго желтая. Значит, я беру. Ну, здесь как на камере видно, что это оранжевый, но на самом деле он зеленый. Желтый. Да. Он вкусный, Ксюша. Он... А какого он цвета? Оранжевый. Оранжевый? Да. Ну, возьми. Да, мне нравится больше вот это. Зеленый? Давай. Сок. Зеленый сок, смузи. Не хочешь? Здесь присутствует киви, еще какая-то зелень, мята, по-моему. Что-то какая-то ерунда. Что-нибудь зелененькое. Оказывается, не просто зелененькое. Ну, в смысле, много есть всего зеленого, только оно не это. Оно только овощи, зелень и все такое. Хотя Ксюша яблоки не захотела. Папа нашел сосиски. Ну, папе самое легкое. Ксюша нашла зеленые макароны. У-у-у, прикольно. Они с каким-то горохом. Они гороховые, Ксюша. Огурцы, смотри, соленые, Ксюша. Ксюша любит соленые огурчики. Крем-супы зеленый. Зелененький он тоже. А я хочу кукурузку. Я буду кукурузку кушать. Тебе желтые можно тоже. Ксюшечка, нам, может, найдем зеленые чипсы? Ну, они зеленые внутри, посмотри. Они внутри зеленые. Васаби. Это мне нравится, васаби. Смотри. Они зеленые. Ксюша, оливки любишь? Перец чили. О, это острые. Радужные хлопья. А это что такое? Это ухмакина. Это... Только это тоже как нутелла. Это кранчи крем? Да, это крем. А, с кусочками? Да. Где ты видела зеленые конфетки? А, да, тебе можно. Только не все, только зелененькие. Можно, да. А другие маргарите есть? Да, вот другие маргарите. Радужные. Это сорбет. Я куплю себе маленький сорбет. А я возьму картошку фри, потому что она моего цвета. Желтенькая. Вот такой пакетик возьму. Все, закупились, поедемте быстрее домой. Я кушать хочу. Я кушать хочу. Мы еще ничего не ели. Так, ну что, наконец-то мы садимся кушать. Ксюшка у нас будет кушать вот такие вот зеленые. Они такие вкусные. Это оливковые, да, вот с оливками. А что ты такое? Водоросли? Маргарита будет тоже кушать зеленое, так как у нее в радуге есть зеленый цвет. Ксюша тоже может этот кусочек съесть, кстати. В общем, Маргарита, получается, может кушать любую еду. И мою, и папину. Нет, у папина коричневый. Коричневый цвет нет в радуге. Папа у нас кушает донат. А вот это чье, я так понимаю, желтое, это мое? Да. Нет, это нет. Ананасики мои. Так, папа будет пить шоколадное молоко? Да. Лечекун чоколады. И будет кушать вот такую вот вкусняшку. Почему? Ну так нечестно. Сарделечки, это сардельки. Коричневенькие сардельки. Вот мои бананы. Кто хочет бананы? Ну видите, я буду полезную, между прочим, еду кушать, а вы не полезную, так что. Ксюша себе сделала водичку зеленую. Молодец. Потому что это пищевой краситель. Зеленый тортик с зеленой водичкой. Стул упал. Да, шоколадное. Шоколадное молоко с сосиской. Тебе нельзя мое. Не трогай, иди зеленое кушай, лягушка. Сейчас превратишься в лягушку. Иди квакай. А я только крем, да, могу кушать. Я не могу вот это кушать. Так, ну что, сели мы кушать. Давай рассказывай, что ты ешь. Я ем зеленый суп. Какой зеленый суп?
знаю. Не знаешь? В общем, это пюре суп картофельный, но там очень много зелени, раз он зеленого цвета. Давай пробуй. А, и, кстати, у... Макароны. Кстати, у Ксюшки макароны, смотрите, какие зеленые. Да, гороховые макароны. Знаешь, какой запах тут стоит? Вкусно? У меня арбузик, который я уже съела. Красненький. Арбузик очень вкусный, да? У меня арбуз, и я могу выпить сок. Да, сок у нас. Кстати, я тоже пью этот сок, желтый. Манго, ананас, маракуйя, да, это, и апельсин. Папа у нас пиццу кушает. Я думала, с Rainbow с тестом. Не знаю, мне кажется, это только для папы. Я тоже огурчик хочу. Но это мило. И оливки хочу. Мира. Наш последний перекус. Чем чипсы. Ты будешь питаться? Чипсами. Полезный такой перекус. Очень полезно. Кстати, я тоже буду чипсы кушать. Вот такие вот желтенькие. Ты можешь мне открыть? Да, можно. Швейцарские. Фисташки и зеленые чипсы. Но они какие-то... Желто-зеленые, я так могу сказать, что смотрите, вот она вроде, я вижу зеленую. Каким цветом, ребята, вы видите? Зеленые чипсы, они правда зеленые? Здесь зеленая подушка. Ну вот зеленая, ой, желтая подушка, видишь? И я вот так вот рядышком смотрю, и они зеленого и цвета. Зеленая. Да. Мама, смотри, совсем не зеленая. Вообще, конечно, перед сном еда не самая полезная, ну ладно. Ну что, ребятки? Ну что, ребята, наш день подходит к концу. Ой, мы устали. Надеемся, вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока-пока!